Отлично. Так. Внимание. Удалось не все с первого раза. Нет, сегодня на ипподроме не лошадки. Чтобы поднять себе настроение в мороз, каждому стоило прийти сюда в субботу. По заснеженной дорожке гонялись собаки, запряженные в сани, плюшки, ледянки. Владельцы участников забега считают, что такая нагрузка их четвероногим друзьям только на пользу. Да и хозяева сами не отстают, облачившись в смешные костюмы. Ну, это физическая нагрузка, это эмоциональная нагрузка. То есть многие владельцы, они не ходят с собаками на какие-либо мероприятия, и собаки дома начинают скучать и устраивают разруху. То есть кому-то это социализация. Десятки пород – алабай, овчарки, лайки, хаски, пудели, статфордшир, шпиц. Подготовленные к забегу участники дают фору своим конкурентам. В ином случае собственникам собак пришлось подогревать своего питомца. Главная скорость. До старт! Внимание! Вот, ко мне, ко мне! В собачьих бегах участвуют вот такие шикарные две собачки. Это Беатрис и Бублик, порода самоедская лайка. Хозяева говорят, что такие собаки очень добрые, вообще няньки, но они при этом очень выносливые и даже участвуют в экспедициях. Не удержался от такого веселья наш оператор. Прокатившись на плюшке, алабаю предстояло протащить больше 70 килограммов веса. Фигач из него хороший, только не скоростной. Пошли. Вот так наш оператор будет добираться теперь каждый день на работу. Подарки получили все участники. Организаторы обещают, что устроят еще один собачий уже парный забег в феврале. Катерина Ярушина, Дмитрий Парахин, РТС.